Продолжаем. Ответный удар нанесли военные Турции. Они обстреляли район в Сирии, откуда, как они утверждают, был нанесен минометный удар сразу по 4 школам в турецком городе Килис. В тот момент на улице шли занятия по физкультуре. Было много учеников. Погибла преподаватель и ранена ученица 7 класса. Девочка в больнице. Ранее сообщалось о 4 раненых, но эту информацию власти не подтвердили. Учащиеся и педагоги из всех школ эвакуированы. При этом в оппозиции не исключают, что это была провокация. Эрдогану очень сильно нужен повод, чтобы ввести войска в Сирию.